Итак, обзор ноутбук MSI, Katana 17B12V. Внешнее состояние у него близкое к идеалу. На экране никаких засветов нет, царапин тоже нет. Так, с обратной стороны. Был серийный номер. Все болтики на месте. Также USB-порты. Все целые, не пыльные. Как и тут. Так. Дальше смотрим. AIDA. Видеокарта 4060 стоит. Датчики. Затем Crystal Disk. Общее время работы 259 часов. Формулки я уже гонял. 170 FPS максимум выдает. Сейчас тут 104, ну до этого 170 показывалось. Вот тут график постепенно увеличивается, затем резко падает. Температура держится на 30-35 градусах, но тут FPS показывает 19. Но, видимо, это в BIOS ограничение. Это можно, конечно же, исправить. Вот, что еще сказать? А, в комплекте с ним только зарядка. А, он же без зарядки в формульке гоняется. Сейчас. Еще. Так. Ну-ка еще раз. Вот 170 FPS, я зарядку поставил. Вот, больше комплекта никого нет, то есть чисто зарядка и сам ноутбук.